Нужно или не нужно готовить ребенка в школе? Существует два мнения. Одни родители опасаются, что если не готовить ребенка к школе, он будет отставать от сверстников. Другие считают наоборот, что если ребенка к школе подготовить, то в школе ему просто будет нечего делать. Что же определяет успешность ребенка в школе? Обучение в российской школе строится на следующем уровне мышления, на зачатках абстрактно-логического мышления, на наглядно-образном мышлении. Этот тип мышления у 7-летних детей только начинает формироваться. То есть в российской системе образования заложена постоянная помощь взрослого. Ребенок еще не способен самостоятельно осмыслить ту информацию, которая дается в школе. Некоторые школы в дополнение к этому требуют еще слитное чтение и простейший звукобуквенный анализ. Я хочу рассказать вам о некоторых приемах, как можно проверить, готов ваш ребенок к школе или нет.